финала на 1500 метров. Но в отличие от мужских 800, женщин сразу устремились вперед. Тут другая будет тактика. И может быть даже это и хорошо, интересный состав. И много здесь среди девушек высших на старт именно тыроводичек, для которых вот эта ситуация, как рыба в воде. Здесь Анна Щагина, лидер сезона. Но пока она не выходит вперед. Потому что Ольга Ницина, может быть, 45,8 Ницина начала. Три круга до финиша. секунды. Вот это женское начало. Ницина лидирует. Пятьсот за 1:18. Вот сейчас группа начинает потихонечку. Такое впечатление создается, что накатывает на лидера. Но на самом деле это просто Ницина немножко сбавляет темп. Ольга Ницина, иркутянка. В первом круге 4:12:67 она пробежала. Анна Коловалова на второй позиции. Екатерина Шурмина на третьей. Два круга остается пробежать. Ну, здесь же Светлана Карамашева. Одна из самых серьезных соперниц на средних дистанциях для соревнований любого уровня. 2:12,800 метров. И вот сейчас 1000 метров. Секунды 1000 метров. А темп хороший. Карамашева пошла в атаку. Анна Щагина подтягивается, лидер сезона. Круг для финиша 3:04. Карамашева, Щагина, Шармина. Коновалову сразу откидывают на пятую позицию. 3:18. Это за 300 метров. Вот сейчас-то и начинается главная борьба за медали чемпионата России. 4 претендентки на 3 медали. 200 метров. И вот посмотрите, Татьяна Томашова тут подбирается. И бронзовая медаль Екатерины Шарминой, 4:04:48, горит. В любом случае, это лучший результат сезона в нашей стране.